Ну вот мы посетили Кастелло да Виано, и сейчас конкретно мы направляемся домой. Вот так выглядит непосредственно дорога. Такая красота здесь не передать. Замок, к сожалению, уже разрушен. Вот, но посетить само место, это имеет значение, потому что все-таки это культурно-историческое мероприятие, посетить семью такое место и побыть там. Соответственно, увидеть и ознакомиться с историей выполните Италии разворот. Никому затем не помешает. Резкий поворот направо. Вот. Приехали прямо на старое кладбище. Но здесь, выполните разворот. Здесь все Кастелло, к сожалению, все старое кладбище. Поэтому, хочешь не хочешь, ты, посещая Кастелло, автоматически попадешь на Сантуарио. Пока всем!